Полное описание и точная дата выхода финальной 19 серии нового российского сериала «Лихач». 19 серия сериала выйдет в эфир на телеканале НТВ 4 сентября. 19 серия. На второй стройке Свердловского эксперты обнаруживают скотомогильник. Но Свердловский мертв, и подозрение сразу падает на начальника его службы безопасности града, который бесследно исчез после гибели шефа. Григорьева находит адрес дома, где может скрываться град. Но там лихач находит его мертвое тело, брошенное убийцей на пороге. Препятствием оказалась собака града, пасть которой осталась в крови преступника. Тем временем Семенов узнает, что фирма, вложившая деньги в стройку, была на подставное имя открыта Очагавой. Как выясняет Дима, именно Очагаве звонил град сразу после сообщения о визите на стройку Тихомировой и Перелиловича. 20 серия. Сразу после исчезновения Очагавы Назаровой сообщают, что со счетов фирмы Свердловского пропали все деньги, а машина бухгалтера фирмы Речного с хозяином внутри была найдена на дне обрыва. Но отпечатки пальцев выдают подлог с головой. Оказывается, Речной на самом деле жив, а в машине разбился его брат. Дима выясняет, что на имя брата Речного были куплены билеты на паром в Батуби. Лихач настаивает на задержании, но Семенов требует, чтобы все оперативники отправились в погоню за Очагавой. Лихач уверенный, что это только отвлекающий маневр убийцы. Вместе с Григорьевой и Купатко отправляется в порт, где вступает в схватку сразу с двумя преступниками. Задержанный Очагава в обмен на снисхождение соглашается выдать своего нанимателя. Чтобы изоблачить злодея, лихач готовит для него хитроумную ловушку. Напомним, 19 серия сериала «Лихач» выйдет на телеканале НТВ 4 сентября. Нравится сериал? Ищите выход новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.